Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю видео, не поверите, об очередных покупках. Здесь будут, наверное, покупки всем, так или иначе, относящиеся к вышивке. Первое, что хочу показать, купила сегодня набор. И знаете, для вышивки бисером и рада, и не рада. Даже не знаю, как вам сказать правильно. В общем, я искала набор определенный, рисунок, определенную тематику. Ничего путевого найти в наборе не могла. Мне предложили вот такого. Так, сейчас я пошила всю чуть-чуть. Прошу прощения. Не получится. Я думала, получится. Не получится. Так, показать. В общем, вот такой вот картинку «Зима» мне предложили. В общем, ну, я думаю, все знают, что это такая вот схема на ткани. И ты сам подбираешь к ней вот бисер, нитки, кому что. Я не любитель таких вышивок, так как я как-то не очень, у меня получается подбирать цвета. И мне проще взять набором. Ну, ничего лучше не было. Мне предложили вот, как я уже сказала, эту картинку. Я думаю, ну почему нет? Тем более наборы очень-очень прям дорогущие. Ну, в магазине девчонки прям, мне кажется, заоблачно дорогие. Особенно на бисер. Я увидела на пакете. Стоит такая прям, сейчас увидите, 550 рублей цена. Тем более, что уже такую картинку купили один раз в магазине, и девочка-продавец как бы подобрала к этой схеме, уже подобрала бисер и сделала из него как бы набор. И мне продавщица говорит, в общем, в принципе, это получается тоже сборный такой набор, почему нет, мол, возьмите. Я думаю, ну, 550 рублей, это даже и недорого. Против 5, там, 3000. Почему нет, если уже бисер все подобрано? Каково ж мое было, девчонки, удивление, когда на кассе начали считать. В итоге выяснилось 550 рублей. И плюс еще, она начинает пробивать по кассе, еще и плюс 2 715 рублей. Это вообще просто жесть. Так, посмотрите, вот 2 715. Ну, я не знаю, 2700 бисер не может стоить. Вот хоть убейте меня, но не может он стоить 2000. Да еще 2700. Хотя, конечно, может быть, но вот я была в шоке. Муж, конечно, на меня смотрел в магазине такими глазами. Я думала, все, мне медленно пришел капец. Ну, взяла, решила не отказываться. Причем мой выбор был еще, там была картинка за 1000 рублей, скажем так, не картинка, а набор готовый уже, как говорится, нормальный. Ну вот, как говорится, ладно, уже взяла. Бисера, конечно, здесь достаточно, буду вышивать, посмотрим, что у меня из этого получится. Хотя, честно говоря, вот я уже сказала, ну, с трудом верится, что это действительно стоит 3 с копейками этот набор. Мне кажется, он того не стоит. Ну да ладно, купила, что-то я на пол ролика растянула это видео. Бисера, к слову, достаточно, но мне кажется, вот такого плана набор я могла на Алиэкспресс или на Пандау заказать максимум за 500 рублей. Действительно, за 550. Ой, ладно, взяла как взяла. Девчонки, дальше. Спрашивали, как идет моя работа. Работа идет отлично, мне понравилось, я уже достаточно так за пару дней, я всего лишь тут 2 дня вышивала, скажем так, пару часов в день. Неплохо получается, мне нравится, меня устраивает, я пока справляюсь. Не знаю, как вам показать, очень понравилось. Ну, в общем-то, потому что понравилось, поэтому и взяла еще. Не уверена, что мне до отпуска дохватит этой иконы, а то, может... Вернее, в отпуске. А то, может, и до отпуска закончу. Дальше, девчонки. Купила специальные нитки, но я уже этикетку сорвала, потому что шью
никогда не думала, вот сколько занимаюсь, да, там вышиваю, вяжу, рисую, ну, в общем, все что угодно. Я не думала, что для бисера нужны специальные нитки. В магазине мне дали, а может быть, просто баловство. В общем, я взяла вот эти вот нитки специальные для бисера. Девчонки, 120 рублей, это вообще, конечно, обалдеть. Дальше, мне нужен был в ячейке, куда я пересыпаю бисер, нужен был несмываемый маркер. Я вот такой купила по принципу краски. Ну, я думаю, все их знают, что такое сегодня. На улице дождь, поэтому пасмурно сегодня. Взяла такой маркер. Дальше. Чтобы, когда еду в отпуск, с отпуска уезжаю. Ну, в общем, такие моменты, когда мне нужно переезжать с места на место и брать с собой вышивку. Я купила вот такой магнит. На саму вышивку, к сожалению, не было магнитика. Было только такие вот... перевозить иголки, такой магнит, мне понравилось. Вот видите, держит иголочки, и если уронишь, прикладываешь, она иголка быстро цепляется к этому магнитику. В общем, мне очень понравилось. Здесь еще такая вот как лупа, видите. В общем, понравилось, тоже для отпуска куда-то, для поездку брать иголки, очень даже классная вещь. Так, что здесь за дребедень, для чего она, что-то я... Ага, тут еще что? А, ну да, тут нитка-вдеватель. Ну, слушайте, классная штука. Я даже... Мне уже несколько дней он лежит, а я даже не знала. Мучилась, нитку вставляла, здесь очень мелкое ушко. Классная. Купила 80 рублей. Пусть будет. Ну и последняя покупка, именно относящаяся к вышивке, это, девочки, вот такой пенал. Это пенал, самый простой пенал-футляр для школьной принадлежности. А зачем его купила? Сейчас мы с вами его распакуем. Стоил 90 рублей. Были просто белый прозрачный, взяла такой веселенький, салатовый. А почему взяла? Взяла его вот как раз таки ехать в отпуск, туда-сюда ездить, и чтобы у меня, знаете, было все в одном месте. Ножницы, маркер, иголки, нитки, в общем, все, что было в таком футляре. Потому что чисто для вышивания вот такие всякие футляры, ну, просто баснословных денег стоит. Вот тут 90 рублей. Оно все прекрасно сюда влезет. Можно было, я планировала что-то так поменьше, но не было меньше пока что. Решила взять. В любом случае он пригодится. Если найду что-то удобнее и поменьше, то я его оставлю на ручке, карандаши. Я думаю, вот так вот, чтоб ножницы, катушку ниток, вот таким вот образом сложить и ехать в отпуск или еще куда-то в дорогу, очень даже будет удобно, ну и недорого. Все, вот такие вышивальные были у меня покупочки небольшие. Спасибо, кто смотрел меня. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, мне будет очень приятно. И всем пока!